чистенько, аккуратненько. А так, да, вот стоит машина. А вон запаска у нее там есть. Нет, ну конечно. Где тут, посмотри, высохла резина. Все. Надо бы новую. Да, вот стоит машина. Вот смотри, вот я понимаю вот режим хранения у машины. На пенечках, подвеска распущена вся. Все правильно сделали. Багажник, отлично все. Вон даже номер у нее есть, Миша. Вон, А02. Да. Вот непонятно, их походу, когда мост сгорел, машины здесь стояли, ребята. И их так и не вывезли. Жесткая передняя тонировка. Ой, какая магнитола древняя. Урал, что ли, еще. Там мышка живет. Мышка живет? Да, бегала мышка. Ну ей там тепло, представляешь, как все нагревается. Мышка там живет. Магнитола там адская. Адская, да, магнитола. Я говорю, Урал там какой-то или что-то такое. Да он вообще не легал. Конкретный. Вон, видите, тут какая рыба плавает. Вот сачок для нормальной, для нормальной рыбы. Подсак, да. Да. Ну, есть... Видел стеклоподъемник, как держится? Все правильно. На серьезном чопе. Что, уставной стеклоподъемник. Слушай, это что, иномарка, что ли, какая-то? Шаха. А, шаха, да. Сгорело. Ей устроили торжественные похороны. Ее в Вальхаллу отправили. Ничего не осталось. От шахи остались одни хихи. Вот раритет. Раритету на крышу снег упал. Ну, ребята, у меня крыша большая, его продавливает, бедолага. У меня первая машина в жизни была вот такая вот. Такая же ушатанная? Не, но была очень хорошая машина, мне очень нравилась. Я думал, такая же ушатанная. Моторок на месте стоит, отлично. Кардан вон есть, елки-палки, противогонка. Эту машину пригнали из Германии, там фары бошевские стоят. О, тут запчастей вон, радиатор есть. А? Как без них? Мотор стоял какой-то, ну, 12-й, но какой-то немецкий. Куфайка есть. И крышки ничего не подходило там от других моторов. Вот так вот посмотрели, там вон мотоцикл еще есть. Стоит. Как бы наш аппарат, в отличие от этих, может переехать эту реку. Медведь! Мы тебя боимся. Врать не будем. Будем. Мы тебя не боимся. Не боимся, да. Ой, ежак стоит, ребят. А что, дрынь-дрынь, завел, погнал, да? Планета, Юпитер. Юпитер пятый. Юпитер, да. Нормально. Сел он, грибочков туда накидал, лосика рядом посадил. И повез его в деревню, да? Прямо с грибочками. Друзьям показать. Вот такая вот картина. Стекломешок. Здесь стекломешок. А, да. Вон, сними номер. Я нелегал. 10 рус. Никого он не видит. Нас ждет брод впереди, ребята. Вброд ему ноги. Ам-ням-ням. Ам-ням-ням. Приятного аппетита, ребята. Спасибо. Знаю я вас, да.
ребятки, разматываем лебедку, готовимся. Может быть, на том берегу придется где-то лебеднуться сразу. Потому что стеночка изо льда высоковатая. И непонятно, как это все будет происходить. Не пролюби. Так, поглядим, не забыли ли мы чего. На вездеходе или рядом. А ничего не забыли, все взяли с собой. Ну все, ребята. Едем, едем. Дальночка. Прыгаем в реку отсюда. О! Тут сиденье от моцика, Мишка. Как рыбачки сидят. О, муравьи проснулись уже, ребят. Смотрите. Ха-ха, уже вовсю кушат. Ладно, мы вас аккуратно объедем, только вы нас не кусайте. Муравейник, муравьи восстанавливают за 2 дня. За 3! О-хо-хо! Жуков гараж, спасибо за защиту. Открывай, Мишка, нам все кадры портит. Любит он уж больно это дело. Кадры-то нам портит. Что такое? Дальше проедем. Я здесь, не за авто. Вот она, дорога, походу. С удовольствием тут еще полазил. Смотри, какая красота. Да, без очков ничего нет. Рыбу видишь? Рыбу не вижу. Я не вижу. Ну, смотри, бутылка плавает, неспроста. Это с вами могло затянуться, на населенные пункты есть. Не видел. На пороге будет такой бунтикарный торчать. Кто что? Попробуем залезть? Давай. Выйдем на льдину. Ура! Мы цари льдины! Объявляю эту льдину территорией канала Герасим Шерф. Отныне и пока не растает. И пока не растает, да. Кто на нас? Ну давайте, нападай. Сейчас повылазим. Все, ребятки. Сейчас будем перебираться вот на ту сторону. Печеницы там. Ого. Все, погнали дальше. Мы посоветовались, и я решил. Или Мишка решил. Бей его! Ах ты, зараза! Не прятаться, Не прятаться за вездеход! Опа! Все, поехали!
Погнали, ребят. Зачем? Ну, мы тут сейчас прошкрябаем. По любасу вот там вот прибьют уж. Давай, поехали. Ого. Вот тут козырек. Ну-ка, закрывай-ка. Там мелко. Ну, на камень можно съехать. Я на камень хочу. На всякий случай закрой. Ну да. Случаи бывают разные. Черные, белые, красные. Как-то почему-то всегда кажется, что так страшно. Да. Вниз набить. Вниз вверх. Эти передачи подперли. А нас уносит! Помогите! Люди! Поможите! Есть камень! Ура! Ура, ура, ура! А я, может, думал, что? Давай вот сюда, вот здесь поменьше камни не поедет. Я выпрыгиваю. Подожди, это по лицу. Пожалуйста, Михаил Юрьевич, штраф подан. Тихо, тихо, тихо. Открывай, подкиньте мне дверку. Вот так. О, я пошел выгуливать шерпа. Куда встаем? Кто он? Или вот, может, к этой имеешь, вот толстый. Вот сюда? Да, вот, вот эту вот. Давай. Сюда и выйдь. Один слушай, ты бампером не упрешься, нет? Не-не. Нормально? Ну, это, зацеплюсь, приподнимусь, у меня же первыми колеса все равно затронут. Ну да. Давай-давай. Вот, ребят, для таких ситуаций очень помогает лебедка. Ступенька вот, высота, видите сами. На такой лед нам не забраться из воды. Это очень опасно. Можно очень серьезно кувыркнуться. Эпически, да, было? Нет, не удивляйся, я думал, это все. Да? Хорошо, хорошо. Открываю дверь, дверь подойдет. Оп, она сейчас подо мной подсела чуть-чуть. Вот так вот, ребят, вот для этого и нужна лебедка шерпу. В основном. Пока это самое, сейчас подъем еще будет вот этот крутой. Спокойно, спокойно, это не соляра течет. Это выходит вода из полости между канистрой и диском. Сейчас я поднимусь, сколько смогу сам. О-хо-хо! О-хо-хо! Не, ребятки, мы так поднялись. Вот это угол. Это Мишка затащил. Вот если бы я не помог, хрен бы ты заехал. Угол был, я вам скажу, так это самое. Фу, ну шерпыч ты вообще, могёшь. Ну что, заныриваем, поехали. Слава богу, сейчас лебедку соберем.
Ну что ж, вот все удачно прошло. Это был наш первый опыт выхода на берег с лебедкой на ступеньку изо льда, где-то, ну, полуметровую. В чем опасность того, что вы на ступеньку выходите с воды или на крутой берег? Дело в том, что вы и так уже имеете высокий, достаточно хороший угол, а задние колеса, находясь на плаву, если они не на дне стоят, на плаву, центр тяжести смещается назад, и угол становится критичный, практически запредельный. Также у вас сдвигаются грузы незакрепленные, либо пассажиры, и вездеход переворачивается назад на крышу, мгновенно затопляется водой, и это достаточно страшная ситуация. У меня такой не было, но смоделировать ее совершенно несложно. В холодной воде, с грузом, прочим, в бурной воде это достаточно может трагически закончиться. Поэтому не поленитесь, зацепите лебедочку и выйдите спокойно, если угол достаточно крутой или есть ступенька. Ну и забегая вперед, лючок для намотки веревки на лебедку, обратно намотки равномерной, чтобы ровно ее намотать, мы сделали, пользуемся любой отверточкой, вставил и вить-вить поводил, все отлично работает. Что ж, ребятки, едем дальше. Все пока успешно. Погоди, стой. Отпустить? Натягивай. А, стой, подожди, распускай, я здесь забыл. Ну что, друзья, час дня, и мы продолжаем наше движение. Нам осталось где-то часа два в ходу, и тогда мы в графике пойдем. Рассчитываем просто прийти под утро, раннее утро домой уже, до пробок. Ну, ребят, собака, то, что была, наш след упала, так по нему и поехала. Да, и рулить не надо, никуда с него не денешься. Постепенно начало встречаться все больше и больше цивилизаций. Дорога здесь укатана, она уже растаяла под колесами песочек. Едем быстрее. Ехали, решили перекусить. Не проволоку какую-нибудь пассатижами, не ветку какую-нибудь ножницами, а еды перекусить решили. Вот осталась у нас непожаренная яичница. Мы ее решили не жарить, а сварили. И ни капли не жалеем. Все, ребятки, вкусно перекусили мы. Мы поедем. Мы помчимся до машины. Нам осталось 20 километров до машины. Отличные, шикарные дороги. Да, скучные.
отмечаем. Ой, снимаются тут. Отмечаем 1100 часов. Ура! Та-дам! Что, случился момент, не будем вас обманывать, долгожданный, мы доехали до машины. Ну что ж, ребят, вот получается, прошли мы 306 километров, время всего трека 98 часов с начала записи, время трека в движении 16 часов 43 минуты, средняя скорость 18,2 километра в час. Как-то вот так вот. Я считаю, неплохо прокатились. Половили окушков и щук. Ну а что делать? Мы же не за рыбой, ребят, мы на рыбалку. Так что привыкайте. Рыбы может и не быть. А может и быть. Вот как попадешь. Снайперский. Вот так правду мне всегда и говори. И гаражи затоплены. Ребята, газовая заправка в Вытегре. Это очень хороший знак, что здесь сделали газовую заправку. Да. Правильно, вот так вот подъезжали. Ну, ребят, мы в Вытегре, вот встретили подписчика. Здорово, как зовут тебя? Степан. Стоит, смотрит. Мы вышли, вот узнали. Выходим, говорит, знакомые лица. Да. Приятно. Короче, нигде опять не спрятаться. Нас и тут рассекретили. Ребята, Сейд. Из колец. Кольцо Сейд. Кольцо Сейд. Вот такие вот дороги. Ремонтируется, это хорошо. Скоро будем ездить быстро-быстро. А последний километр? Да. Потом рыбу в озера запустят и будем ездить. Почти всю дорогу проехал сам, а это вот гусиное перо спит опять. Не, шучу. Мишка проехал 700 км сегодня у нас. Я просто это самое, все бока отлежал. Не хочу, говорит, выходить из-за руля, и все. Вот такой вот, вот так вот ему это самое, охуня энергии надавали. Рыба умеренная, но много. Неумеренная мало. Но рыба это не главное. Главное, что мы провели прекрасное время. А то бы наловили рыбу сейчас бы, куда бы ее клали? На улице плюсовая. Мучайся с ней. Никаких проблем. Нет рыбы, нет проблем. Да. Ну что, друзья, вот и закончилась наша карельская эпопея. А пока вы смотрите эту серию, мы, скорее всего, возвращаемся уже из Северной Карелии. А до этого я побывал на плато Путорана. Да-да, вот для вас, ради вас мы делаем
столько телодвижений. Я посчитал, за последний месяц у нас получилось около 11 тысяч километров только в одну сторону передвижений. С ума сойти. Мы выполняем и перевыполняем. Ребятки, будьте аккуратны на дорогах. Не ездите быстрее своего ангела-хранителя. Вас ждут дома. Ну а мы уже приехали домой. Большое вам спасибо за то, что вы посмотрели. Обязательно поделитесь видео с друзьями. Ведь они, как вы, им должно быть это интересно. Thank you.